Поехали. Киевский вокзал. Троллейбус прибыл на конечный пункт маршрута. Уважаемые пассажиры, осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает филиал Центральный ГУК Мосгортранс. Троллейбус следует по маршруту номер 34. До конечной остановки станция метро Юго-Западная. Следующая остановка – площадь Европы. Пожалуйста, приложите ваш билет, визитную или социальную карту гуманитарных. Убедитесь, что...
16. По требованию. Для выхода пассажир обязан подать сигнал водителю кнопкой звонка. Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – патентное ведомство. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Вступайте в места пассажиров в связи с интересными встречами. Инвалидов старшего возраста. Избежание прав во время движения. Держитесь за поручни. Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – Академия внешней торговли. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и противоправных действий пассажирам вандализма ведется видеонаблюдение. При отправлении и подъезде к остановочным пунктам для сбежания прав держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, наземный транспорт Москвы работает без пункта. Вход во все двери. Для оплаты проезда, пожалуйста, приложите свой билет. Спасибо. Желаю приятной поездки.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – киностудия «Мосфильм». Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – Мосфильмовская улица, дом 13. Уважаемые пассажиры, на маршрутах городского наземного транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1 000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированной льготной карты на маршруту накладывается административный штраф в размере 2 500 рублей. Далее не осуществляется контроль оплаты проезда. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Университетский проспект. Так все, не стоит. 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 Все, не стоит.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Ломоносовский проспект. Ломоносовский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Мосфильмовская улица. Забирайте свои вещи. Обещаю остальные людей и пассажирам немедленно сообщите водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция Ломоносовский проспект. Спасибо.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – библиотека МГУ. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне троллейбуса ведется видеонаблюдение. При отправлении подъедьте к остановочным пунктам, разбежать из травку, держитесь за кнопочки. Уважаемые пассажиры, наземный транспорт Москвы работает без ограничений. Вход во все двери. Для оплаты проезда, пожалуйста, приложите свой билет, безлимитную или социальную карту валидатора. Спасибо. Желаем приятной поездки. Библиотека МГУ. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Лебедева. Пожалуйста, приложите ваш билет, безлимитную или социальную карту валидатора. Убедитесь, что на валидаторе загорится зеленый сигнал. Пожалуйста,
Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – станция метро «Университет». Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – улица Строителей.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Марии Ульяновой. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Пернадского, дом 33. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро «Проспект Вернадского». Там есть место.
пассажиры. При переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. И все не держите за руку. Каждая автобус, троллейбус или трамвай стойте близко к краю тротуара. Будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданно. Следующий транспорт предстоит стать причиной аварийной ситуации. Дом 53. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Лобачевского. Пожалуйста, приложите ваш билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Ваш билет – это подтверждение, что поездка застрахована. Улица Лобачевского. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Лобачевского. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне троллейбуса ведется видеонаблюдение. При отправлении и подъезде к остановочным пунктам во избежание травм держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, наземный транспорт Москвы работает без проблем. Двери закрываются.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Станция метро Юго-Западная. Конечная. Да.
прибыл на конечный пункт маршрута. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Будьте в сохранности своих вещей. Не забывайте свои вещи в самом случае.